Президент Исландии сломал нос, принимая ванну. Сразу после инцидента Гвюбни Йоханнессона доставили в больницу, где ему наложили швы. Президент Исландии Гвюбни Йоханнессон сообщил, что сломал нос во время принятия ванны. Об этом он написал в Facebook. Президент заявил, что ударился лбом и сломал нос, потеряв сознание в горячей ванне, однако сейчас чувствует себя хорошо. Сразу после инцидента Йоханнессона доставили в больницу, где ему наложили швы. Теплая и уютная ванна вчера ночью оказалась слишком горячей и уютной, отметил исландский президент. Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Том Круз рассказал о травме, полученной на съемках. По материалам сайта newsgra.com.